Анонс и дата выхода 6 сезона сериала «Невский». Павел Семенов возвращается снова на экраны. Детективную картину вновь продлили. Премьерная дата выхода 6 сезона «Невский» в России на НТВ состоится в феврале 2023 года. Рейтинги сериала дают авторам все основания заняться следующим 6-м сезоном проекта. Суровый, но честный герой, борющийся с бандитом, продолжает вдохновлять поклонников жанра. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериала? Или 5-й сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Выстраивая карьеру в полицейских рядах, Павел Семенов не раз сталкивался с неправомерными действиями коллег. Считая это недопустимым, он старался собственным примером показывать, что закон нарушать нельзя. Все меняется, когда жену Павла обвиняют в убийстве человека и сажают в тюрьму. Разочаровавшись в законодательной системе, Семенов пытается решить проблему в одиночку. Рейтинги шоу продолжают оставаться высокими, поэтому сомневаться, будет ли 6-й сезон «Невский», не приходится. Авторы уже озвучили свой заветный анонс, но пока не намекнули на предстоящий сюжет. Если вам понравился 5-й сезон сериала и с нетерпением ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.